13-летний Сережа попал в школу Макаренко из парканского интерната. В нем он начал прогуливать уроки, курить, выпивать и пристрастился к клею. Стал воровать, и его по распоряжению суда перевели в Тирасполь. Хорошо, что сюда попал. В чем-то хорошо, в чем-то нет. В чем-то хорошо, я уже не нюхаю, не пью, не курю. А в чем-то плохо, ну, я на воле, не вижу бабушку, но она редко когда приезжает. Подросток признается, что и в парканах он видел бабушку только на выходных. В школе Макаренко говорят, недостаточное внимание родителей – вот одна из причин преступности среди подростков. Дети должны быть под контролем. И дети без контроля, естественно, они начинают попадать под влияние улицы, своих же одноклассников, которые, те же родители, за которыми не смотрят, да, они начинают пропускать уроки, бродяжничать, курить, пить. Все это ведет к административным правонарушениям. Здесь же, в спецшколе, подросткам просто некогда думать о глупостях, уверены воспитатели. Строгий режим дня, занятия в классах, еженедельные групповые выезды в город с прогулками по парку или посещениями кинотеатра делают свое дело. Отслеживаем ситуацию, естественно, после того, как они выходят из нашего заведения. И пошла тенденция, что дети меньше стали оказываться, будем говорить, в колониях, дальше в тюрьмах. Безусловно, это достижение, дополняют воспитатели РУВК. Но лучше не допускать, чтобы подростки попадали в спецшколу. А для этого родители не должны оставлять своих детей без присмотра. Александр Кожухарь, Сергей Василев, Первый, Приднестровский телеканал.